Срочно отключай и никогда не включай эти настройки на своем телефоне, ведь все это может очень сгубно влиять на ваш телефон. Могут собирать информацию разработчики о вас, иметь доступ ко всем настройкам на вашем телефоне. Есть на любом телефоне эти настройки. Я бы не хотел, чтобы мне приходили и на мой телефон уведомления различные, то я это отключаю. Для этого нужно зайти просто в настройки телефона, найти такой пункт, который называется пароли и безопасность, есть опять-таки на любом Android устройстве. И здесь у нас снизу будут пункт, который называется конфиденциальность, видите? И снизу мы ищем агенты доверия. Если у вас этот агент доверия включен, а он включен будет 100%, то его нужно отключить. Что это за агент доверия? Если у вас есть смарт-часы, часики какие-то там вы носите, калории там, то это классно, потому что вы часами можете клацать и разблокировать свой телефон, если эта функция включена. Если у вас нет смарт-часов, то эта функция постоянно будет их искать, включая Bluetooth, интернет, Wi-Fi, где-то их обнаруживать и так дальше. И это очень будет сгубно влиять, потому что все ваши данные будут не в безопасности, потому что может кто-то через программу зайти к вашему телефону и знать всю информацию. Также садит ваш телефон. Отключай и пользуйся.